Привет, котятки! Я кот Кубокот. И сегодня я расскажу вам про слоги. Угадайте, с чего это я решил перед этим уроком строительством заняться? Да потому что слоги в языке, как кирпичи в кладке дома. От каждого из них зависит, что получится в итоге. Звуки в слове объединяются в слоги для удобного произношения. В состав слога обязательно входит один гласный звук. Поэтому в слове столько слогов, сколько гласных звуков в слове. Например, мое любимое «мяу» — это целых два слога «мя» и «у». Слово может состоять из одного, двух, трех и более слогов. В слове «мурлыкающий» — пять слогов. Первый состоит из трех звуков «мур», второй и третий из двух «лы» и «ка», четвертый из двух «ю», а пятый из трех «щий» — «мурлыкающий». Слоги бывают открытыми и закрытыми. Открытый слог оканчивается на гласную букву «молоко». «Хорошо». Закрытый слог оканчивается на согласный звук «кот», «хвост». Открытых слогов в русском языке больше. Почему так важно уметь правильно делить слова на слоги? Все очень просто. Бывают случаи, когда слово при написании не помещается на одну строку, и его нужно перенести. Слова с одной строки на другую переносятся по слогам. Однако не каждую часть слова можно перенести. Нельзя оставлять в конце строки или переносить на другую строку часть слова, не образующую слога. Нельзя отрывать одну букву от слова или переносить ее, даже если она составляет отдельный слог. Нельзя переносить на другую строку буквы «и» краткое, твердый знак, мягкий знак. Если нужно перенести слово с двумя одинаковыми согласными перед гласной, одна переносится, а другая остается на предыдущей строке. У слогов важная задача, из них формируются наши слова. При затруднениях с переносом слова просто поделите его на слоги, и у вас все получится. А теперь, котятки, проверим вашу внимательность. Слова переносятся на другую строку по желанию, по возможности, по случайности, по слогам. И правильный ответ – слова переносятся на другую строку только по слогам. А теперь, котятки, немного поиграем. Найдите слово с пятью слогами. Заморашка, хвост, везучая, мороженое. И правильный ответ – мороженое. А теперь, котятки, давайте проверим, насколько внимательно вы смотрели эту серию. Какое слово нельзя перенести по слогам на другую строку? Судно, маяк, хвост, ванна. И правильный ответ – хвост, потому что в нем всего один слог. А теперь, котятки, проверим вашу внимательность. Найдите слово с последним открытым слогом. Крайний, задняя, водоворот, случайный. Итак, правильный ответ. Слово с последним открытым слогом «задняя». Ну что, котятки, это была развлечеба. И кот Кубокот. Какао!